Здравствуйте. 22 апреля, 4 лунный день. Саджи Будда с элементом воды, стихии огня. Особенный день для благородных людей. Практики совещаний, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений, работы с лесом, успешные продажи, а также работы с железом, создавать форму, дизайн, быть меценатом, навещать, встречаться с близкими, принимать обеты. Ребенок, родившись в этот день, будет многоречивым, материально зависимым, талантом, прикладным искусством. Стрижка волос к благу. День неблагоприятен для выяснения отношений, сватовства. Благоприятен для людей, родившихся в год обезьяны и мыши. Неблагоприятен годам коровы, овцы и собаки. Илгинском сукчон дуане хорол сунды мани дуане там хорола джуд дуане там хорола также на бурятском языке. Будьте благородными.